Не-не, все, объехал. Все нормально. Да? Где? А, вон, ага. Машина у нас сломалась, не у нас, точнее, а вот здесь вот впереди. Самое интересное, что они ее могли бы и подвинуть туда. Не заводится. Может чуть little. Здесь вот это. Просто золото стены на руба. Толкнуть ее чуть-чуть можно. О, пошла. Пошла возня. Может и заведется, если он до туда догнать, до спуска. Я думаю, куда мы... Такие вот движения происходят у нас, друзья, тут. Prova, hanej lek sta, ma lafa zel klacz. Etwa hasa kiedy. Zomne klacz na chwilę, kiedy jadł gaz. Eja. Erdzia. Eto robi saha. Ale się ekser, ekser, ekser. Ekser aure, tera. Ekser to ta, wejdzie. Tak. Попытка. Нет, все. Женщина за рулем. Шофер профессионал. Поставился. Нормально, заторчик у нас стоит. Стоять, всем стоять. Мы еще тут не решили. Вообще приколы здесь творятся. Нормально. Ага. Работал немного. Да, хотя бы чуть-чуть поднапрягся. Дай вот, дай эту штуку вот эту. Друзья, на Мальте приходится ездить. Едешь в автобусе, но все время надо в каких-то движухах участвовать. И самое интересное, что такие движения происходят очень часто. То есть это нормальная ситуация, когда по дороге ломается
разные машины. К тому же до этого еще ломались автобусы. То есть на данный момент, слава богу, у нас автобус не сломался, едем, все хорошо. Но несколько раз было так, что ломался именно автобус. Вот такая вот мальтийская жизнь. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.